Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на гагдропчик. У меня на балике 31 346 рублей. Этот балик у меня остался с прошлого ролика. Мы там подняли плюс 16 кусков за видос. Надеюсь, сегодня меня гагдроп будет окупать абсолютно так же. Но, в принципе, можно еще лучше. Но хотя плюс 16 кусков, это и так очень жирно. Полетели со старта. Кейс с подарками. 5 штук на 5555 рублей. Это уже традиция начинать с данного кейсика. И главное, чтобы он меня прямо в начале хорошо окупал. Ну, вроде, кстати, идет неплохо. Пожелание на ночь, но нет. К сожалению, минус в конце. Прям 3 скинчика плохих упало. Давайте тогда еще 5 штук также на 5555 рублей, потому что я хочу с этого кейса выйти в плюс. Ну, что мне падает-то? Ой, сука, 5200, опять минус 300 рублей. Не, ну пока всего минус 600 рублей, то есть это как бы не категоричный минус. Но мне-то хочется вообще выйти в плюс, то выдай что-то мощное по-братски. Вот это хорошо, я знаю, 2000, ну вот это говно. Но вот эти два последних, не, ну вот это уже будет плюс, но на сколько? Ну, кстати, по идее мы выходим в плюс, да, на сколько? 500 потратил, короче, на 700 рублей мы где-то выходим в плюс. И отлично, самое главное как раз начать видос в плюсе, даже в маленьком. Ибо как ролик начнешь, так вы и закончите, но вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покупать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с кивасой, картой, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110, вы со старта будете в хорошем плюсе. А также за каждый депозитный рубль вам дают один спипоинт. Вы можете сюда вот как сам перейти, зайти в снежную битву и потратить все спипоинты на то, чтобы вот так кидать снежки в рандомные окна и выбивать скинчики. А в среднем отсюда падает еще где-то от 20 до 30% к депозиту. Если повезет, можно выбить чуть больше, иногда чуть меньше, тут все решает рандом. Так, я предлагаю все наши спипоинты потратить, но пока мне падает где-то на процентов 12 к депозиту, вроде как, даже, наверное, на 10, даже чуть поменьше, возможно. Ну, может, что-нибудь мощное выбью, но я иногда здесь выбиваю по 3-4 тысячи шмотки, но вот последнее более-менее, да? Не, 733 тоже говно. Но я выбил на процентов 10, мне тут прям сильно не повезло. А еще у них есть марафон, и вы можете выполнять задания, подниматься в таблице лидеров и забирать призы. Также барабан бонусов первый раз крутите, если просто регаете по моей ссылочке в описании под видео, второй раз по этому же промокоду. Еще вот здесь у халяву тоже можете забирать. Ладно, мы полетели дальше открывать кейсы. Давайте сейчас 2024, 5 штук на 10 120 рублей. Надеюсь, этот кейсик меня подводить не будет. Два вайлдфайра нам падает со старта, отлично. Но что-то, конечно, дальше прям совсем говно упало. В итоге это плюс на 300 рублей. Ну, когда два вайлдфайра выбиваешь, ну, как-то не хочешь быть в более бешеном плюсе, чем на... О, опять два вайлдфайра, отлично. Ну, ладно, но это уже плюс вроде побольше, да, хорошо, еще 5 штук. Так, вот, вот сейчас очень хорошо упало на бальке 44 тысячи рублей. Мы только начали видос, а уже подняли плюс 13 кусков к балансу. Отлично, давай еще 5 штук. Так, 8200, нормально, хоть и минус, но не жесткий. 11500, это вообще плюс. Мы просто, когда открываем еще дорогие кейсы, мы очень быстро фармим бесплаточки. И это, естественно, не может меня не радовать. Так, продаем, еще 5. Ой, я хотел 5 открыть, ну ладно. 8400, это плюс, отлично. Еще раз продаем, и 5 штучек. Так, 10900, можешь еще разочек купить, и я ухожу. Отлично, 10400, хоть и не бешеный плюс, но зато мы открыли все бесплатки. Как я и говорил, если открывать дорогие кейсы, то бесплаточки фармятся быстро. Если что, пацаны, тут бесплатный кейс открывается постепенно, в зависимости от того, насколько вы открыли платных кейсов. Давай, элитный, 4-5 тысяч ты мне в среднем должен выдавать. Пропаганда тут зависит от качества. Если прямо с завода, то стоит хорошо. 3600, отлично, для элитного это хороший результат. Теперь платиновый. Так, МП9 гипноз, 1600, 1600 для платинового, это тоже хороший результат. Ну что, может тогда уже 50 тысяч пробьем, чисто на бесплатках? Надо выбить еще на 1200 рублей. Ну, на самом деле, кстати, не так сложно, давай. А вирус это 230, давай, еще плюс косарик. Ну хотя с вот этих трех кейсов сделать плюс косарик, мне кажется, вообще невозможно. Паша, с них обычно что-то супер жестко уже не падает. Ну ладно, всю халяву дозаберем, а 50 тысяч, я думаю, уже сами в платных кейсах дапаем. Так, и последний у нас остался, это ржавый, также быстренько открываем. Так, тут нам падает 43 рубля, так, на балике 49363 рубля. Давайте, логово ледяного феникса, 5 штук на 13500 рублей. Я, конечно, понимаю, что это немножечко не по моему балансу, слишком рисково. Но я хочу сегодня порисковать, падает хорошо, еще один хладнокровный падает, отлично. На балике 57618 рублей. И знаете, вот в такой момент стоит как раз чуть-чуть подостановиться и не открывать уже супер дорогие кейсы. Вот мы сегодня порисковали, до хрена подняли баланса. Вот здесь самое главное вовремя остановиться. Кстати, нам кейс с подарками опять вроде выдает хороший плюс. Можно это еще прямо с завода будет? Ну, не, 6300, ну тоже хорошо, еще 5 штук. Так, 8000, отлично, на балансе уже 60, вот, вот наконец-то началась белая полоса на гагдропе, потому что у нас было ролика 3-4 подряд, где мы сливали весь баланс в ноль, но вот сейчас пошло совсем другое дело.
Так, окей, праздничные огни по 5 штучек. Как я говорил, уже супер дорогие кейсы. Я открывать не хочу, потому что это меня приведет к сливу. Кстати, вот этот меня сейчас сливает очень противно. Еще 5. 7000, ну давай, ты можешь выдавать, я же знаю. Вот, 7500, да чего, вот это минус, сука, еще 5. Он выдает хорошие скины, но остальные 4 говна. Это неприятно, правда. 5100, ну вот начинает меня сливать. Ладно, давайте попробуем контрактик. Мне очень давно на гагдропе не выдавали хорошо контракты. Как будто бы уже пора. 4400, ну не жесткий минус, но хотелось бы, конечно, вообще купиться. Давайте апгрейдик до 8000 рублей. Вот такой вот, 46%. И мы, естественно, или выиграем. Проигрываем. Сука, 40... Ну что такое? Только что были в бешеном плюсе. Я же даже не открывал супер бешеные кейсы. Так, одну штуку. Темная вода. 13 тысяч. Отлично. Все, все. Я больше так рисковать не хочу. Давайте еще раз праздничные огни. Но я просто верю в этот кейс. Я знаю, что он может хорошо выдавать. Вот, 11 тысяч. Еще 5. Так, 14 тысяч, отлично, я же говорю, он может хорошо выдавать, просто была серия неудачных кейсов. Давай еще вот так 5 штук. 10-200, нормально? Нормально, отлично. Так, продаем, еще 5 штук. Так, 9-900, еще 5. 9-200, ну вот начинает подсливать. Не знаю, стоит ли вообще дальше рисковать. Можешь уже заканчивать ролик, потому что мы и так в хорошем плюсе. Ладно, давайте, знаете, как сделаем? Сейчас пойдем, откроем вот так вот 5 штучек напоследок. Но все-таки хочу в конце рискнуть. 5 штучек на 13 500 рублей. И сейчас посмотрим, что нам выпадет. Если говно, то откроем чуть еще дороже. Падает говно. Падает говно полное. Сколько это? Ну, 9800, сука. Так, продаем еще 5 штук. Можешь сейчас выдать. Вот, сейчас выдает 19 тысяч, отлично. И прям напоследочек, ну, как будто грех будет не открыть. Я хочу all-in кейс. Погодите, где они? Вот, GG Медуза. Давно я не открывал эти кейсы. Давай, 5 штук на 16 500 рублей. Родной, Медуза в идеале, но так хотя бы 5 красных зверей. Первый падает. Ну, сука, ну, пожалуйста. Ну, второй... Ну хреново, сука, 8700. Ну я не знаю, мне так не хочется заканчивать ролик на такой ноте. Ладно, еще вот так 5 штук, давай. Попробовали медуз выбить, теперь давайте драгонлор. Красная линия, первая падает. Но нужны жестче красные линии, которые стоят до хрена. 13500, отлично, ладно. Вот на такой ноте, я думаю, можно заканчивать видос. Мы сегодня подняли, получается, была 31 тысяча, стало 47, плюс 16 тысяч рублей к балансу. Кстати, столько же, сколько и в прошлом ролике. И меня, в принципе, такая тенденция устраивает. Каждый видос поднимать по 16 кусков. Вот можно, ничего не будет меняться. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скиваться карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также не забывайте про SP-поинты, марафоны, барабан бонусов, бонусы, короче, халявы на сайте много. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за видос, где мы подняли 16 кусков, пооткрывали до хрена дорогих кейсов, попытались выбить Медузу и Делор, но, пацаны, с вас по-любому лайк, подписка и комментарий. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.